Ой, знаю, чего-то. Там дело, главное, разрыв сделали. Да, они же разделали там. Понял? Да ну для выезда ж, блин. Да не спеши, никто никуда не торопится. Да я не спешу. Я смотрю, по зеркалам смотрю, что белой машины с синими полосами не было, блин. Еще было. Если поговорим, мы все и пойдем дальше. Не переживай. Прямо. С ними лишний раз так разговаривать. Так, дружок мой любезный. Да ну вот оно. Сколько денег? Дальше. Да еду, подожди, по ямам же тут сильно не разводится. Сотни, порядок? А? Понял, за глаза, нормально. Нормально, не, я еще по-братски полтинничек, можно? Прямо, блядь. Да еду, тут же ж ямы, я ж не могу тут быстро. Спасибо. Сейчас, блядь, вот там, видишь, где колесики беленькие? Ага. Вот это мне подъехать. Хорошо, ты сейчас левее, да? Да, сейчас чуть-чуть левее, ну не спеши. Да тут не разводишь. Все, короче, снимай, нахуй, да хуй ты визу, блядь. Да офис какой-то, да? Ага. Блин, да. Бухай, нахуй, хорошо, короче, блядь. Что тебе, блядь, рассказать? Видишь, зеленый гараж открытый, блядь, уже что тут, нахуй. Уже налито, уже киснет, блядь. Да, уже есть теперь закуска, коньяк, все есть, блядь. Вот, все, я здесь приехал. Замечательно. Все, братик, огромное тебе удачи. Человеческое спасибо, всех благ. Да ради бога. Давай, ага. Береги себя. И ты тоже. Давай, брат. Здравствуйте, девочки. Закройте, пожалуйста, заказ, а то с интернетом проблема 230.